О, пошла, пошла, пошла. Этой ночью в Екатеринбурге на Ботанике десятки автомобилистов, бросив свои дела и машины на обочине, дружной толпой спасали молодую семейную пару, попавшую в крутой дорожный переплет. В 1 часу ночи Марина села за руль автомобиля, чтобы отвезти супруга в 23-ю больницу. Он сварщик, и на работе металлическая калина ему попала в глаз. В водительском проезде легковушка наехала на заснеженную обочину. Ее закрутило, понесло, и в итоге, кувыркаясь, автомобиль покатился под откос. Неизвестно, чем бы все закончилось, но проезжавшие мимо автомобилисты бросились им на выручку. Человек 30 собралось, сообщила позже в комментариях порталу Е1, растроганная состраданием Марина, уточнив, что из перевернувшейся легковушки сначала вытащили ее мужа, потом ее. Кто-то протянул плачущей женщине бутылку с водой, другие цепляли трос к КамАЗу. Он, правда, тут же лопнул, пришлось искать другой. Незнакомые мужчины, проваливаясь по колено в снегу, толпой перевернули легковушку, а потом также дружно выталкивали ее из сугроба. Кто-то из сердобольцев во время стихийной народно-спасательной операции своим автомобилем даже перекрыл дорогу. В общем, все закончилось хэппи-эндом. Молодой сварщик добрался до больницы, где ему вытащили окалину из глаза. А Марина убедилась в том, что Екатеринбург – это город реально сильных, смелых и добрых людей. И выразила уверенность в том, что посеянное ими на заснеженной обочине добро вернется к ним той же звонкой монетой. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.